Итак, значит, у меня такая задача. Вот коробка с пойлом. Виногор, изысканный любитель виногора. Знает, что это такое. Так, камера снимает или опять наебусь, блин. Так, пишет контора. Контора пишет. Так, значит, задача предстоит такая. Поднять его ввысь. Вот. И ебануть в толпу. В рот толпу. Вот. Прям как, знаешь, как закидываешь удочку. Сейчас мы будем, получается, ставить опыты. Я уже ставил. Вот. И поделюсь немного. Может быть, в рок-шоу кому-то пригодится. Просто, может, кто-то думал, что, допустим, обычная удочка, даже вот у меня сейчас удочка обычная, да, на этого, как его, на щуку, вот, удочка обычная на щуку с капроновой леской, вот она, капроновая леска, пожалуйста, вот. Объем, значит, у нас получается первого теста, объем у нашей коробочки 3 литра. Ну, как некоторые думают, подцепил и бросил, да? Хуй там. Хуй там, друзья мои, хуй там. Вот, смотрите, что значит происходит. А происходит следующее. Я начинаю... Блядь, запуталась? Нет, не запуталась. Начинаю подцеплять. Вот я уже. И все, пиздец. Натяг. Еще дальше и все, пиздец, порвется все хуям. Все хуям порвется нахуй. Вот, даже кот, блядь, пробежал и охуевает, что тут происходит. Да, да, товарищи, вот так. Все, ты нихуя больше не сделаешь. Как бы ты бы ни старался, удочка обычная хуй возьмет. Рыба, да. Ну, значит, получается, потому что у нас, я еще делал... замеры, делал много, как они называются, чертежей на изготовление всего, вот, чтобы, блять, вот теперь отцепить бы ее нахуй отсюда, блять. Значит, сейчас я отцеплю, вот, отцепил, все, надо это нахуй убрать. Как видите, обычно удочка не справляется ни с какой леской, нихуя, никогда. Кто бы говорил, вот, удочка обычная, хуй она возьмет. Хуй возьмет, рыбу возьмет, да. Такие вещи нет, я тоже думал. Ну и пришлось мне изготавливать удочку спос апокалипсиса. Сейчас мы ее нахуй закинем, блядь, и будем ее полностью. Это на щуку, кстати, удочка охуенная. Капроновая леска. Капрона, блядь, ее хуй возьмешь. Это вещь. Это на щуку. Ладно, но мы не об этом. Блядь, самое главное, что пишет, нет. Пишет. Блядь, вроде, 3.40, все, заебись. Потому что я говорю, я раз наебался, блядь. Записывал новогодний, думаю, сейчас мы запишем все это самое. Видео, как память будет. Хуй там, блядь. Я что-то куда-то нажмал, блядь. Думаю, что пишет. А на самом деле нихуя не пишет. Вот так вот. Лучше самому убедиться, посмотреть, что пишет. Как говорится, предупрежден, вооружен. Вот, все. Значит, первый тест у нас с удочкой, с обычной хуй. Правильно? Хуй. А, значит, про чертежи расскажу. А, значит, получается, все, я в интернете искал, все взвешивал. У нас получается, вот даже Алиса мне сказала тогда, я у нее спрашиваю, Алиса, вот, допустим, сейчас я вообще спрошу, вот сейчас, напрямую. Алиса, 3 литра сколько будет в килограммах? Ответ есть на Яндекс.Кей. Вот, 4,2 килограмма. Алиса, хватит, все, спасибо. Соответственно, вот они 3 литра. Вот они, вот эти по 2,5.
Вот, по 2,5. Вот эта удочка должна, вот этот вес, получается, вот этот вес, удочка должна поднять. Никакая удочка не возьмет, нихуя. Даже не пытайтесь. А возьмет удочка, которую ты изготовил сам. Вот, вот, друзья, вот эта вот удочка, которая, я думаю, что возьмет. Это будет второй тест, наверное, заключительный, потому что я уверен, то, что она должна взять вот это все, поднять, бросить, еще так повисеть. У меня все настроено почти. Тут небольшие нюансы есть. Тут вот что-то отлетает иногда изолента. Но это хуйня, ничего страшного. Вот. А, думаю, что, наверное, может быть, катушка, может быть, не выдержит. Ну, хуй его знает. Мы сейчас как раз это и записываем видео, чтобы это все нам, как говорится, живыми глазами посмотреть. Удочка изготовленная, удочка, как с постапокалипсиса сделана, заебись. Вот. Изготовлена, значит, она из дешевых материалов. Вот эта вот сама палка железная, вот эта вот, это швабра, от швабры, от классической швабры. Все вот эти вот, типа как выебоны кольца, они изготовлены из обычной проволоки. Из обычной сварочной проволоки, вот. Вот, ну, обычная катушка. Да и еще тут, в принципе, сверхъестественного. Наебался с этой хуйней. Где-то, наверное, день. Значит, что у нас задача, значит, второго этого. Значит, вот она, коробка. Вот я еще привез одну вещь, которая нам тоже, я думаю, пригодится. Вот. Значит, получается вот так. Наша задача сейчас соорудить все живыми глазами, посмотреть, как говорится, как в прямом эфире. Все вот это я вам буду рассказывать, подсказывать. Никакие речи я не готовил, это все живое. Я не люблю вот это, знаешь, наигранно, это понятное дело. Есть такие вещи, материалы, а это будет живое, живые глаза. Вот, все, что, допустим, я еще не пробовал, пробовал я с обычной удочкой, да, я пробовал, поэтому я сказал, нихуя не получится. Вот. А сейчас мы будем пробовать уже, который опыт я не пробовал. Возможно, еще, как говорится, не получится, да? Так, это у нас другая веревка, я думаю, покупал. Блядь. А где она, сука? Надо еще сейчас ее искать, блядь. Куда она делась, нахуй? Короче, этот, блядь. Лёг. Во, быстро я нашел веревочку. Вот она, веревочка. На этом, как его, купленная. Как она называется? Это хуйня-то. Фикс прайс. Вот. Не помню, сколько я отдавал. Ну, небольшие деньги, думаю, там 100, наверное. Вот, я думаю, тут получается у нас 30 сантиметров вроде. Так. Сейчас мы это все дело раз... Блядь, не знаю, не запутаться тут нахуй. Сейчас. Самое главное, чтобы же коты не заебли с этой хуйней. С этой, блядь. Как его называется? Вот. Так. Вот так. Это мы пока положим. Это тоже интересно будет. Изначально, чтобы на катушку она хорошо пошла. Чтобы на катушку мы сейчас это дело все завяжем обязательно. Ну, кто рыболов, тот знает. Сначала ты завязываешь узликом, а потом ты уже... Так. Только я чуть немножко наебался. Вот получается нам, как леска, она получается у нас вот через эту хуйню переходит.
Блять, надо опять отматывать. Опять все отматывать, блять. 30 сантиметров ебучих. Да хуя, я говорю, да хуя, взял, этого хватит. Этого хватит на самом деле. Как говорится, лучше взять с запасом, чтобы было все заебись. Всегда, друзья мои, берите с запасом, берите с запасом. Я говорю, вот это видео вам пригодится. Чтобы вот, допустим, какая у вас задача предстоит, чтобы вы знали уже, что вот эта вещь, она получится. Так. Это значит сюда. Ошибки, вся хуйня. Это живой эфир, понимаешь? Живой эфир, блядь. Я сейчас могу сам наебаться. Сам же могу сейчас это самое запутать все в хуя. Я видеосвязь не буду прерывать. Все мы будем с ошибками делать. Как говорится, на ошибках учатся. Учатся, друзья мои, на ошибках. Вот, блядь, я уже запутался нахуй. Вот, чуть-чуть, ничего страшного. Вот, сейчас мы это все нахуй. Опа, все, да? Все, заебись. Так, о, блядь, видели? О, какая хуйня может быть. Мотаешь, хуяк и улетело. Пиздец, вот так вот. О, блядь, вот так вот бывает. Видишь, как, блядь, сейчас будем опять ебаться. Сейчас на двойной взгляд захуярим, и будет все хорошо. Это что я на один взгляд делал, и вот эту вот хуйню надо отрезать. На нахуй тут не нужно. Так. Сейчас опять надо пропускать через эту, блядь. Потом через ту хуйню. Это такой, блядь, опыт. Пиздец. Конечно. Требует время. Ну, как говорится, никуда не спешим. Время много. Так. Надо все делать, все качественно. Вот, опять же, видишь, я запутался тут, блядь. Опять я запутался, ебаный рот. Теперь надо сейчас распутать, умрешь, распутать. Все. Все, мы сейчас распутали, нахуй. Так. Вот теперь, блядь, пропускать через эту хуйню, вот через эту, потом пропускать туда. Вот, блядь. Пиздец. Сейчас попробую максимально быстро. Запуталось, все хуйня. Так. Сейчас сюда мы запустим. Теперь кольца надо запускать. Тоже, блять, надо сколько. Я сейчас отмотаю побольше. Но с запасом лучше пускай будет. Лишь пускай будет с запасом. Ну да, вот она у нас получается. Блять, надо сейчас через все.
Ну и держите нахуй. Через это все прогонять. Так. Ну все, сейчас хуярим через кольца. Все. Там камера снимает. Снимает, куда она денется, нахуй. Ладно, не спеша это все делать. Чтобы все было охуенно. Вот заступили. Так, теперь главная задача нам намотать эту всю хуйню на катушку аккуратно. Вот так. Аккуратненько, аккуратненько. Ну, в принципе, лески, не лески, а этой-то не надо, блядь. Наверное, хватит. Хватит все. Тут дохуя, тут дохуя. Там даже можно половинку убрать потом. Ладно. Мы сейчас ее отрежем. Ну и ладно, вот, пускай будет. Хуй с ним вот так вот. Так вот мы сделаем запасиком. Я так думаю, что этого хватит. Сейчас я еще вот так вот чуть-чуть на чашечку, да? Хватит. Так, хоп, нахуй. Все, пиздец. Так, золотец. Ну вот, значит, получается, у нас удочка готова. Вот, готова удочка. А теперь сейчас будем вешать 4 килограмма. 4 килограмма этих, какого, блины силовые. Сначала будем на них. Если эти 4 килограмма не возьмет, значит все, пиздец. Значит, нихуя у нас не получится. Но я думаю, должно же получиться. Ну тут даже чуть побольше, ну и хуй с ним. Так, ну вот, блядь, раз как видите, сука, блядь, фрикцион работает, ебучий, и вот он, блядь, пиздец, ой, блядь, ебать, да я ж охуею нахуй. Блять, это вот двумя руками поднимать. Вот так вот. Кольца выдерживают, как видишь. Кольца выдерживают, блять. И... это пиздец. Ну, я думаю, подожди. Ну, тут побольше, побольше. Наверное, коробка-то выдержит, блять. Тут потому что побольше я. А так, представляешь, какая моща, блять. Пиздец. Аж этот самый... катушка аж, блядь, так напрягается, что пиздец. Нет, друзья. Тут дохуя. Тут дохуя. Так, а теперь, как говорится, то, что нам надо поднять. Что нам надо поднять в конце. Так. И уже у нас живой вес. Блядь. Ну, это... получается, у нас надо чуть-чуть, наверное, вниз нахуй ебануть. Не видно нихуя, да? Ну так, надо еще
чуть-чуть сюда. Не видно нихуя почти. Ну-ка. Пойдет нахуй. Вот у нас получается. Ой. Тяжелая. Большевато, большевато, конечно, блядь, большевато. Вот так вот она у нас получается. Если была бы чуть... Ну, вот так вот, ладно, хуй с ним. Аккуратненько можно. Аккуратненько. Только аккуратненько. Так. Чтобы аккуратненько, нам надо что, значит, сделать? Нам же надо, получается... Какой-то... А вот у меня веревка есть. Вот она веревка. Мы сейчас сюда ебанем. Блять, ну она будет двигаться, сука. Будет двигаться, да? Будет двигаться. Наша задача вообще вот она, блядь, чтобы он вот так его получается, надо как бы как это сказать, чтобы он был, блядь, ебись. Знаешь, как сундучок стоял, блядь, как сундучок. Сундучок. Так, так, сундучок, так, сундучок. Так. Так-то мы его сейчас свяжем. Это будет хуйня, наверное, потому что... Так. Так, так, так. Ну сейчас придумал, сейчас придумал. Все хуйня. Подожди. Проволокой, блядь. У нас чуть по проволоку-то я, наверное, выкинул, блядь. Проволоку, наверное, выкинул. Что нам контора пишет? Пишет контора. Не знаю, это не разорвется, блядь. У нас. Подожди, май. Так, подожди, май. Наша задача вообще вот сделать так. Это ладно, это я там его застопорю. Хоть хотя бы посмотреть. Поднять, ввысь, попробовать. А тут уже дело другое. Тут уже дело потом будет, блядь, такое, то, что разрабатывать надо будет, кормушка будет. Диагональ сделаем. Разработаем потом кормушку. Кормушку, блядь, надо будет потом что-то с этим делать, блядь. Ну это я могу пока заштамповать, чтобы он не повалился никуда. Блядь, разольется мне сейчас все эти вот полы нахуй виноголи, блядь. Если бы я бухал туда, то все равно, блядь, пола слизу пишу. Хуйня какая-то, блядь. Я вот два раза. Посмотреть хоть по весу, блядь. Ёб твою мать.
Так, ладно. Еще есть вариант. Кормушку мы потом будем делать. А вот как хуй с ним. Кормушку уже хуяет. Это ладно. Давай вот так. Это стандартный вариант. Но так не будет. Это будет приблизительно. Поднимет ли, возьмет ли вес или нет. Как говорится, проверка такая на прочность. Так. Смотри. Так. Ну вот, блядь, да. Да. Вот сейчас я. Потихоньку надо. Вот мы сейчас его с пола поднимем, полностью ввысь. Так, еще. Самое главное, блять, катушкой особо так не играть. Сил надо дохуя еще. О! Вот твою мать! Блять! Коробка наебала. Уебало. Блять. Вот сука. Слышь, блять, какая хуйня еще может быть. Коробку уебать. Ладно, это я сейчас ее скотчем захуяю. Сейчас. Скотч еще, блять. Его, сука, блять, непонятно, где он там, блять, находится, нахуй, блять, не люблю такой скотч, уебище, блять, вроде как полезная хуйня, а на самом деле, блять, заебательство, пиздец. Видишь, поднял, блядь, но уебало пол. Видишь, она тоже хуёво. Ясно. Уебь, блядь, нахуй. Сука, блядь. О, блядь, что делается-то? Хуйня, блядь. Рёса как, блядь. Ёб твою мать. Блять, пидорас. Сейчас мы сошьём нахуй. Удерживать, блять, удары.
Так, тест третий. У нас получается все вроде заебись. Но другое то, что уебало об пол. Уебало об пол, это, конечно, хуево. Так, это у нас эксперимент третий. Я вот так и беру. Камера пишет, пишет. Так. Самое главное не уебать об пол. Вот, взял. Катюшек еще раз. И все. И, блядь. Одной рукой держишь, блядь, пидораска. Блядь, удочка рвется, пиздец. Тихо. Даже еще закинуть, как леску. Вот кисть мне уже болит, пиздец. Не опускается, сука. Ну подожди. Уже изначально нахуй. Этот самый веревка прочная, заебись. Бля, кисть еще болит, сука. Кисть болит, блядь. Если, блядь, у кого кисть хуёво себя чувствует, лучше не делать это. Пиздец, он всю эту нахуй помял, блядь, дугу. Ёбаный ты врат, блядь. Катушке, наверное, пизда придет, если еще не пришла. Двумя руками, нахуй. Много. Смотри, блядь. Поднять поднимается, блядь. Фух. Видишь, какая хуйня. Тяжело, блядь. Очень тяжело, на самом деле. Попытка закинуть практически, теоретически, практически, ну, блядь, очень тяжело. Очень, нахуй, тяжело. Ты заебешься. И, блядь. А ее еще надо подвысь и туда еще качнуть. Блять, это тяжело. Очень. Ну, над головой нет, конечно. Но, блять, на уровне. Надо ее. Блять. Или же вот так вот. Хоп. С удочкой нахуй закидываешь. Вот так берешь, блядь. И туда, в толпу, блядь. Тогда да, с удочкой. Голову проломит, блядь, кому-нибудь нахуй. Вот этой хуйни, той хуйни. Тоже не дело, блядь. Веревка прочная, заебательская. Вот с веревкой, да. С грузом, конечно, я перебарщил. 3 литра, это где-то 4 килограмма. Блядь, я думал, 4 килограмма, это хуйня.
А вот мне еще надо вот эту каретку еще делать под нее, под него, блядь. Ебаный кеврот. Вот так вот, блядь, друзья. Так, блядь. Иной раз изготавливаешь и не... Нет, надо прежде чем ты что-то придумал делать, надо рассчитывать, закинешь ли ты или нет. Сколько килограмм выдержит. Удочка-то выдержит. Нехуй делать. Ну даже, блядь. Вот, взял. Если с удочкой кидать туда, с удочкой нахуй кинуть, вот так, все, и пиздец. И удочка-то улетела нахуй. И коробка разбилась, блядь. Ну это, конечно, пиздец. Он все полы нахуй в зале позальет, блядь. А тут задача у нас получается. Еще ты поднял вот так. Блять. Кисть вообще пиздец. Катушка уже не двигается нихуя. Собственно. 4 килограмма. Ой, 4 килограмма это дохуя. Это дохуя, товарищи. Собственно. Берем и переливаем просто-напросто. В другую тару. Да, где-то, может быть, на килограмм. Килограмм это заебись. Ну, сколько у нас сейчас получается? Сколько у нас? Алиса, 1 литр сколько в килограммах будет? 1 литр воды имеет массу примерно 1 килограмм. Вот, 1 килограмм. Килограмм заебись. Можем даже... Равно 1, 3, равно 0, да, 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 все, заебись. Вот, это килограмм, да, но 4 килограмма, это дохуя. Не, кисть охуела уже, блядь. Вот какие испытания, друзья мои. Ладно, сейчас я на килограмм буду 4-й тест делать. Увидеть, что получилось. Все, хватит. Спасибо. Что движет прогрессом?